Вот тут какая-то компания веселится. Тут есть некоторые люди, известные всей стране. Что значит? Хорошо. Вот это вот. Что-то знакомое лицо. Ба, Анатолий Александрович. Владимир Владимирович, я занесу. Все мы дружно отдыхаем на ферме Томест. А сколько у него было? Владимир. Нет еще. Да сойдет. Решил сдвинуть ворота. А что это они тут делают? Ага. Понятно. Ну сейчас посмотрим. А так другая. Посмотрим, куда полетит. О, какой фильм будет. О! 7, 5. Так. 7. Ну все. Это так, ну маленький, вот такой. Вот такой. Это скорее в Швейцарии, во Франции. Вот такие старые дома переделывают. Я с бассейном, например, не люблю. Они умеют, да. Малого сделать. Да, это вот, вот это вот мы пустим, это мы пустим на телевидение. 600 секунд. А то, Сан, это я 600 секунд продам. За большие деньги. Это можно продавать, скажете, вот как питается мэр, кость да. Голодает. Только кости, капиталисты подсунули. Единственное, что дали. Да. Не видно, что это кончи, вот в чем проблема. Нет, почему не видно? Сейчас мы все это сделаем. В зависимости от ситуации, можно назвать это и костью, и мясом. Вот чем питается мэр. Посмотрите. Да, капиталисты съели все мясо, а мэру оставили одни кости.